Что ты делаешь? Я вот думаю, что если нам оживить наш ресторан? Число клиентов уменьшилось, потому что похолодало. Я об этом и говорю. Что если мы закроем все помещение прозрачной клеенкой? Смотри, сейчас так делают во всех модных кафе. Вот видишь? Джим Шит мастер в таких делах. Мы за пару дней обновим его. Поменяем табличку. Напишем. В теплом зимнем саду жареная свежая форель у камина. Что ты скажешь на это? Было бы отлично. Сделаем в ресторане камин. Тебя обуяла жажда денег и наживы, Асия. Но ты очень хорошо разбираешься в вопросах рекламы. Мы сделаем тебя директором этой фирмы. Тетя, не издевайся. Я хочу накопить немного денег и наладить свой быт. Я не хочу быть людям в тягость. Я сниму себе дом, закрою дверь и спокойно заживу. Я думаю, что так и будет. Видел я. Видел, как ты закрыла двери. Скорее бы ты поумнела. А я сделаю веб-сайт этого ресторана. Веб что? Это что-то наподобие адреса в интернете. Пишешь название, и он появляется. Всякие фотографии об этом месте, информация. Мы напишем пару витиеватых фраз. И тогда ты увидишь, каким знаменитым станет это место. Мы затмим всех конкурентов, поверь мне. Ну давай. Где ты, Ильяс? Я сойду с ума. Он забыл. Ему и дела до этого нет. Хватит уже. Давай вызовем такси. Как дела? Вы должны были ехать к врачу? Поехали бы, если бы брат объявился. Но его нет. Я отвезу вас. Давай. Ну, Ильяс, ты хотя бы раз что-то сделал по-человечески. Как дела? Алло? Асия? Как поживаешь? Хорошо, ты как поживаешь? У меня к тебе будет просьба. Ты можешь сделать для нашего ресторана веб-сайт? Ты смыслишь в таких вещах? Малыш, твоя мама настроена решительно, решительно. Она задумала сделать нас богатыми. Ладно, у меня есть пара фотографий. Я вышлю тебе все. Боже, она сюда идет? Точно сюда идет. Доброе утро. Доброе утро, женушка. Милости просим. Осман, во-первых, больше не называй меня женушкой. Во-вторых, я пришла сюда практиковаться. Научусь твоему делу. Потому что когда не сегодня-завтра этот магазин достанется мне, я не хочу попасть в просак перед клиентами. Ипек, женушка, что это ты говоришь, что магазин достанется тебе? Будто я умираю. Мне же обидно. Умри ты, по тебе не станут плакать. Не сегодня-завтра суд выдаст предписание об аресте твоего имущества. Совсем скоро. И после этого ты даже мусор из этого магазина не сможешь продать без моего одобрения. Ипек. Ипек, женушка, я хотел тебе сказать, ты в последнее время постройнела. Ты стала еще привлекательнее. В тебе явно что-то изменилось. Да, я похудела из-за проблем. Я сейчас попрошу для тебя кофе с пышной пенкой, женушка. И ты забудешь обо всех проблемах, не волнуйся. Беляль, Беляль, смотри, моя жена пришла. Позаботься о ней. Здравствуйте, госпожа. Привет, Беляль. Сбегай, принеси нам два кофе с пышной пенкой. Скорее, скорее. И правда, да я посмотрю на тебя. Ты действительно похудела. Это заметно. Я понял это по щекам. Это видно. Сразу спали щеки. Осман, ясно, ясно, спасибо. Доктор назначил операцию через 3 недели. У нас очень мало времени. Как мы соберем столько денег? Соберем, как-нибудь найдем. Не паникуйте. Пусть Ильяс находит. У них столько точек. Где тебе их взять? Операция одна за другой. Надоело. Я не буду ее делать. Но это последний рывок. Потом ты встанешь на ноги. В состоянии наблюдаются улучшения. Да, да, как же. Давайте. Давайте садиться.
Сколько в год? Ипек, женушка, ты в этом не разбираешься. Да отвлекись ты от этих документов. Мы с тобой немного поговорим. Как дела, женушка? Как поживаешь? Как папа Бахатин? Как мама Сихер? Как вообще дела дома? Ну вот, звонят постоянно, только их не хватало. Ладно, я сейчас отвечу. Алло. Да, я. Это Осман Байклы. Это я звоню тебе, дурачок. Беляль, сбегай, узнай, с кем он разговаривает. Возьми кофе, сделай вид, что уносишь его. Да, господин, абсолютно верно. Мы уже давно не виделись. Я тоже очень соскучился. А вы как вообще живете? Как здоровье, как самочувствие? Скройся, скройся. У тебя есть время? Мы вчера вечером не договорили. Да-да, мы действительно вчера не договорили, госпожа Айча. Ипек. 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 Нет, ну подожди. Да что за напасть? Постой, Ипек! Ипек! Ну, Айча, ну, Айча, как тебе удается позвонить в самый неподходящий момент? А что, только тебе можно звонить, когда вздумается? Я видела, видела. Твоя жена очень разозлилась. Собралась и ушла. Ну, Айча. Ну, Айча. Ильяс приехал. Тетя, я не хочу его видеть. Скажи ему, что я занята. Пусть побудет с Мехметом и уезжает. Хорошо, скажу. Возьми его. Сынок, папа приехал. Иди ко мне. Идем, идем, мой дорогой. Вот так. Проголодался? Выпьешь молочка? А Сие нет? Она занята в доме. Послушай, Ильяс, не смей закатывать скандал. Это очень нехорошо. Я не собираюсь закатывать скандал. Я побуду с сыном и уеду. Я хочу поговорить с тобой кое о чем. İnat işte, kime çekmiş de. Мне нужен адрес семьи, которой Нермин отдала дочку. Хоть режь меня, но я не скажу, где она. К тому же Нермин обозналась. Они даже не живут здесь. Послушай меня, Ильяс. Нермин в свое время сама упросила меня. Она доверилась мне и отдала ребенка. Я теперь не могу переворачивать жизнь дочки с ног на голову. К тому же эта семья взяла ребенка, зная, в каких условиях его родила мать. Они сказали, что возьмут его, даже если он окажется больным, окажется недоразвитым или инвалидом. Взяли и воспитывают его как родного. Им улыбнулось счастье. Ребенок абсолютно здоров. Разве можно так поступать с ними? Оставь меня в покое. Или я за себя не отвечаю. Тетя, я знаю, как заставить тебя говорить. Поэтому лучше расскажи мне по-хорошему, ясно? Нермин убита горем. Из-за разлуки с ребенком она стала наркозависимой. Что может быть важнее? Ребенок. Дети важнее всего. Я в ответе за этого ребенка. Нермин взрослая женщина. Ну что ж, ясно. Хорошо. Какие-то проблемы, Мариаман?
Скоро у вас будут большие проблемы.